Ага. Да. Вот ведь проблема. Надо байк брать. Если better rent bike, more cheap, if you live in Manali, or especially Vashisht. Живешь в Васиштке, наверное, лучше арендовать байк. Иначе, ну, понятно, что мы можем 3 километра туда, 3 километра обратно. Обратно very difficult, back difficult, сложно. Еще одна команда собак. Все стоят в очереди, но никто не едет в Васишт. У Саши день за днем одна и та же история. Он начинает ругаться. Вначале, конечно, он им цены прибавляет, прибавляет, но они все равно не едут. Вот стоят всей толпой, куда угодно. Чем бы не заниматься, лишь бы не ехать в Васишт. Безобразие. Кам? Ну, не знаю. Сколько он ему предложил, что тот согласился? Все еще кричит. Нет, ну тут точно нужен свой байк. Если останавливаться надолго, на месяц. О, свою рикшу надо просто купить и путешествовать. Ой, ну чего ж я, господи, мелочусь. Машину просто надо купить. И что я это? Фантазии какие-то детские. Не любят они вот так. Пробки, пробки, трафик. Отговаривается. Говорю, на карусели хочу покататься. Кто говорит, упадет карусель, еще что-то. Обманывает. Ага. Ну, в общем, они так договорились. Если дорога пустая, то 100. Если пробки, то 200. В общем, в интересах Саши, чтобы дорога была пустая. Ну, а водителю больше интересно, чтобы она была в пробках, наверное, получается. Чтобы пустая. Зато горы как солнцем освещаются. Красота. Это все та же компания, по-моему, которую мы встретили в Манали после фильма. А, корова, корова! Боже, какие красивые, какие красавчики! С щелочками! Ой, какие красивые! Только мы вас боимся! Ну все! Челе, челе! Они вообще неорганизованные такие, да, они вообще не слушаются начальников, вот своих этих пастухов, ковбоев, разбрелись как хотят.
Никакой дисциплины. No discipline. Отпустили рикшу, ой-ой-ой-ой, аккуратно, потому что здесь вот они тут заблокировали дорогу. Пусть уж рикша едет, зарабатывает, а мы тут пройдемся. Баттер. If they have cheese. Давай, пошли посмотрим. Да, вот у нас такого размера из Варанаси купили. Коврик. Саша повесил над своим компьютером в своем офисе. In your office. Нашли водяную черепашку и рыбки. This is food for the fish? No? I saw in I was in Spain. People pay money in Spain. They charge a lot of money. I didn't try that. They wanted 34 euros. Here, maybe. Вот где объедают ножки. Холодная вода. How much it not? Why? We can sit together and pay 200 for 10 minutes. Yeah, but we can do. Do you want it? Да. I can offer him only for you for 10 minutes and I will offer him 100 rupees. Because 20 minutes too much. Я иду. Пошла. Я пошла на рыбное объедание. Не все нам их есть. Папа, not stupid. Put down. Это ужасно. Когда мои 10 минут закончатся, они меня реально едят. Они едят меня. Это страшно. Это пираньи. Это самы. Это акулы. Все, они меня сейчас сожрут. 10 минут много. А они назначают 20 минут 200 рупий. Мы договорились 10 минут только. Но мне кажется, сейчас они мне отъедят все пятки. Это же ужас какой-то. А маникюр? Маникюр они мне сделают? Маникюр. Педикюр, да. Может быть, мне еще и руки положить туда, до кучи. Мне бы хватило 5 минут. Даже бы, по-моему, даже бы одной хватило, чтобы завизжать и выскочить. Мне дали самых больших рыб, по-моему. У всех маленькие, у всех рыбы как рыбы. А у меня точно пираньи. Вон какие наедые на человеческом-то мясе. Ну, я уже привыкла, мне уже понравилось. Very good now. Ага. Но вначале, правда, я думала от страха. Ой, они убегают. Когда я меняю место, они убегают. Давайте, детки, собирайтесь, ешьте, ешьте. Ой, very good. Very good, darling. Мы с рыбками стали экспонатами.
Дети на нас пришли посмотреть. А, Саша тоже себе заплатил. Вода-то не холодная, правильно. Интересно, как он сейчас будет орать. Клево. Как Будда, Будда. Не, мне уже понравилось. Вот все пятки облепили, гроздями висят. Ну, засекай, засекай, не так много. Эти 10 минут пройдут быстро. Во развлечения-то. У меня рыбы большие, и их больше. Вот вообще мало рыбы, как он говорит. Боже, я как в сапогах в рыбных. Кот в сапогах. Ну класс, класс. Очень понравилось. Поначалу так страшно, а теперь вообще просто релакс. Я первый раз в жизни доверила свои ноги рыбам, пираньям. Посмотрим, какая я вернусь после этого. Я думаю, мой мир никогда не станет прежним после такого. Мои ноги голодали. Рыбки, извините, ресторан закрывается. Давайте, давайте, давайте. Отцепляйтесь. Я говорю, они боятся. Он говорит, я потому что здоровый. У меня нет ничего лишнего. Да ты не шевели ногами. Not move, not move. О, у меня какие. Какие морды наели-то. На моем-то мясе. Ну, у них культурненько. Полотенца чистые, полотенца грязные, тапочки. Доктор Фиш. Это называется фиш-терапия. Доктор Фиш. А ты тут главный по докторам, да? Вон еще какие-то рыбки. Пошли. Дети хотят фиш-массаж. Топают ногами. How you feel? Something different, nice. Ага, приятно. Релакс, да. Here was more warm water, I like more. Да, было бы потеплее, но рыбки бы сварились. Fish will boil. Так что вода для них должна быть комфортная.